Вот сейчас на Т-150 будут вытаскивать. Сейчас вот Терентий за рулем. Теперь барабашит, сам бежит. Будет машину прицеп вытаскивать. Что, бачка, все, поехали, да? Да, туда. А, подальше. Дороги наклон, что ближе к воде продавливается. Здесь вот в самом низу глина все время опускается, осыпается, водой ее подмывает. Это хлебушек наш. Игорь, вот те шари с руками, там тоже собери. Игорь Александрович, а что значит, что он эти газы какие-то спускает? Т-150. Что это такое? Да, пердун это он называет. Да? Лишний газ, да. Он набирает 8, сколько это там, 6 атмосфер. Ага. Регулятор. Воздух. И лишний воздух бросает. Ага. Ну да. Значит, пердун по-научному. Как у человека, да, на подобие что-то есть. Пошел. Вон там, а вот там поворот, вон где белые какие-то точки. Это туда поворот на шлюз между первым и вторым мостиком. Thank you.
Что, все? Нет? Игорь, подожди. Воздух включай. А воздух для чего? Что там? Что? Воздух для чего накачивается сейчас? А там камеры стоят. Вон там. Ага. Они с пружинами. Воздуха нету, пружины давят на колодки. Вот, да. Вот сейчас воздух накачаю, открою. Это моя доска. Мне все равно погодится. Ты будешь смотреть, выходит она или нет. Да. Хорошо, что хоть не перевернулась. Надо прямо ехать, наверное, чтобы... А я вот так пока. То есть главная задача это его вытягивать. Ну что, накачал? Рынка. Смотрите, если не пойдет, то значит нет, а может покопать его, откопать. Первая, да, скоро? Есть жарко, у меня там подкожный жир еще, да еще шуба такая сверху. Падает. Свернула. Завернула. Его и не поставишь. Там уже это у КамАЗа задние колеса тоже пошли. Сейчас не отцепится, и это не отцепится. Как-то улетит. Ужасно, конечно. Надо пилить, что ли? Трос надо пилить. Слав, сейчас если я не отцеплюсь, у меня трактор улетит туда. Надо было все до зернышка убирать все-таки. Убрать все, нет. Так, что дальше делаем?
Если брат машины... Трактор улетит туда, он не сможет его удержать. Игорь, а если машины поддержать, подъехать к трактору? Ой, кого? У трактора. Упадет, он машину поднимет. Задние колеса-то тоже пошли уже. Тянет туда. Мазом как-то туда, чтобы перетянуть, не получится сейчас отъехать. Хотя бы вес туда имел какой-то отношение. Нет? Я его ошибляю. Не видать, я...
Да я кричу, уже говорю, стой! Зря толкал. Ты начал толкать, когда он еще не начал. Я кричу тебе, ты меня не слышишь совсем. Слушай, может железо трубу принести, то забить сильнее как-нибудь и засыпить, может быть, чтобы не упало. Можно подумать, если все действительно зацепить, чтобы вот в таком положении хотя бы остаться. Да. Решили отцепиться. И КамАЗ выехал. Леда будет погружаться и погружаться все туда. Прости нас, Гриш. Или даже двумя тракторами. Одним вот сюда. Ее можно оставить, надо просто поставить. Знаешь, как у нее. Наоборот, короткий. Нет, он. Водовод КамАЗ, а тут вот такая вот туда. Завернул ее. Начал дергать, когда он еще даже просто натянул. Я кричу, стой, ты куда не дергаешь? Ты что, думаешь? Что, надо зерно, наверное, сбрасывать куда-нибудь? Все, это верно, я нужно. Спасать мы его вряд ли спасем. А что, зачем? Сейчас он... Оно будет тянуть. Что, ты в воде, что ли, будешь сбрасывать стоять? Так что, я залезу туда и... Конечно! Оно лишний балласт, оно лишний оно вес. Нет, подожди, тебе не пускай оно там лежит. Какой там лишний? Гена! Зачем в воду лезть? Ну, не надо в воду лезть, вот здесь вот можно через верх залезть. Ну, конечно, не надо, опасно это. Там вода. Чтоб
вода. Ну оно тогда все вылилось. Оно почти, оно там на борту немножко лежит. Ну что? Балласт. Не качай! Сколько было на месте? 4,5. Так, Слав, смотри, если я сейчас подгоняю вот сюда вот трактор, то есть она меня не утянет туда в пруд. Мне главное, чтобы трактор не утянуло. Тогда, может быть, за раму вот здесь вот зацепить его и вот сюда пытаться дернуть. Или другие тросы привезти большие. Да, большие надо, да. Силка есть. Да, большие надо. Этот короткий, этот просто не достать. Блин, ты его вот. Я сейчас длинный притащу. Все, давай, ты с тросом, и я за тросом тогда еще сгоняю. Вот это все надо убирать. Все, вот так и не получилось нам достать сегодня прицеп. Решили разъехаться до завтра, потому что погода не дает. Дорога вон скользит. Сейчас Терентий развернется там, видимо, и поедет. Хотели поставить с помощью трактора. Зацепили тросами, все, ничего не получилось. Вот телега вот в таком положении осталась. Буду ждать погоду, когда тут дорога еще просохла, иначе глина скользкая. Тут главное на той сторону, то если где-то вон твердая почва, это только там на бугру, а здесь-то сыро, если трактором тянуть. И тросы да, длинные опять. Ну вот так вот, вот в таком положении. Уж как она продержится, непонятно. Или подержится она. Может она уже там бортом уперлась в дно. Тут, в принципе, вначале это не очень глубина большая. Вот, а он завтра, говорит, подъедет на Т4 в гусеничном тракторе. И будут пытаться его поставить на колеса. Надо еще этот вытягивать. Прицеп. Все. Все, сейчас Терентий развернулся и потихонечку с Божьей помощью проедет. Господь благослови. Вот так вот. Тот уехал КамАЗ с зерном. Часть отсюда, он говорит, тон где-то 15 ходит. Вот. Где-то около тонны было, оставалось и там немножко. Вот, они не выгрузили до конца. Решили вытянуть, и не получилось. Он даванул своим КамАЗом сильно взад. И все, ее он загнуло, как телегу-то. Все, и потащило сразу в сторону. Господи, помилуй. Да, сейчас Теринке это опасно. Тоже скользит дорога. Не погубили. Аллилуйя.